кулак ясного света. Русское кунг-фу, говорит мастер из Нью-Джерси Митчелл Хакерман. Для американцев восточные боевые искусства давно не экзотика. Вы знаете, как серьезно относятся к разным стилям китайского бокса в Голливуде. Многие приемы и техники официально используются в подготовке американских военных. Мистер Хакерман во Владивостоке в первый раз. Он сразу нашел адрес городской федерации ушу и попросил Александра Городецкого, а также других мастеров школы, дать ему несколько уроков. В США я занимаюсь у грандмастера традиционной системы кунг-фу Юньчу. Мой учитель, знаменитый Вильям Ченг, практикует этот стиль уже около 50 лет. Он восьмой наследник традиции юньчунь, которая берет свое начало в монастыре Шаолинь. Митчелл – официальный представитель Всемирной ассоциации кунг-фу юньчунь. Его учитель – президент этой знаменитой школы. В свое время он давал уроки великому Брюсу Ли, который демонстрировал приемы юньчунь в своих фильмах. Я сам с детства восхищался Брюсом Ли, и когда родители привели меня в школу ушу, я сразу стал серьезно относиться к этому делу, пытаясь добиться результата.